Для классического рецепта нам понадобится сама селедка, первый слой. Далее припорошим ее луком. Следующий слой пойдет у нас картошка. Промазываем майонезом, но в данном случае у нас такой сливочный чесночный соус. Следующий слой у нас морковка, также его соусом промажем, и свеколка. И самый последний слой — это у нас яйцо тертое. Что, поехали? Поехали.